торжества, 11-классники. Давайте же вместе поприветствуем наших выпускников. Собравшиеся на этом празднике. Для родителей это волнение, осознание того, что дети уже взрослые. А для нас это прощание с детством, удивительным школьным миром. Несколько минут произвести последний в вашей жизни школьный звонок. Вы мешаете. Много лет этот друг вас звал на уроки, спасал у доски, когда звенел на перемену. А сегодня этот звонок с грустной, наверное, ноткой истерии тебе говорит: прощай, выпускник 2013 года. Спасибо большое, что вы все эти годы были с нами. Мы должны радоваться за наших детей. На самом деле, вы наша самая большая радость. Как никто это ощущает родители, как никто это ощущает педагоги, потому что вы в середине между нами, между педагогами, родителями. Мы все в вас вкладывали все, что у нас есть. Надеюсь и уверен, что вы достойно оправдаете наше доверие, доверие не только родителей и учителей, но и всех кингисепцев. Один звонок торопил нас на урок, а другой выручал в сложный момент. А были ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного года, четверти, триместра. Казалось, это не закончится никогда. И это выпускники. Интересненько. Минуточку, мы тоже хотим поучаствовать в торжественной церемонии. Сережка Белов, как хорошо, что ты у нас есть. Да, и что бы мы без тебя вообще делали? Да мы без тебя все слова забыли. Да-да-да, я полностью с вами согласна. Белов, а ты помнишь, каким ты пришел в первый класс? Наверное, умным и любознательным ребенком. Правильно, как и сейчас, умный и любознательный. У подъезда просигналила такси, и тебе скажу я снова нет. Альбиночка, я помню, ты выскакивала, тренажер, массажер. Было такое. Лиз, сказать вам, как один. Шалуни ваши, ябеды, проказники. Без вас нам очень грустно. Примите нас обратно в первоклассники. И мы самые лучшие родители. Вот и настал тот момент, когда я опять стою на этой замечательной каштановой аллее. Когда-то 11 лет назад я также встретила здесь ваших ребят. И вот сегодня я их провожаю во взрослую жизнь. Казалось, вы пришли ко мне вчера. В глазах сияли озорные искры того шального детского костра, с которым мы друзьями стали быстро. Огромное вам большое спасибо, что мы были вместе столько лет. Не забывайте родную школу и родных учителей. Много загадок на свете, что все с тобой. Хочется сказать очень много слов вам. Хочется в первую очередь сказать огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за то, что вы нас поддерживали. Было много разных моментов. Спасибо большое, потому что вы нас воспитывали последний год, 11 класс. Волнение! 1 сентября 2002 года
прозвенел звонок на этот урок. Кстати, среди нас есть девочка, которая подавала этот звонок. Вот она, Вероника Барбакрова. В одной из школ города она подавала звонок первой. Сегодня прозвенит последний звонок. Этот день, конечно, всегда грустный. Но он вам запомнится, как самый теплый. 1,85 м, 1,80 м, 1,75 м, 1,70 м. Я запуталась! Тоже вы можете гордиться такими экспонатами. Но главное, не перейдите жители. Их пора выпускать в люди. И подножку дали! Вранье, вранье, ложь и провокация. Людмила Борисовна, она даже жвачку в кабинете жует. Людмила Викторовна, можно мы завтра сочинение сдадим? Помогите, помогите! Учиться, учиться и учиться. Благодарим вас за поддержку, внимание к нам, ученикам. Струна ворвется, звенела струна и простушек 11 лет. Фактически, давайте вспомним, как это было, как мамы кормили вас этой... Так, у вас какая каша? У вас манная. А у вас? Овсяная. Овсяная. Не, ложечка, давайте, еще. Давайте, смелее. Моя ты, самый лучший я, моя ты, самая мы. Сегодня прозвучит последний звонок, и для каждого из нас это по-своему важный момент. Для вас, дорогие выпускники, этот звонок является началом большого взрослого пути. Выпускники, уважаемые гости, уважаемые родители, всего вам самого доброго, удачи на жизненном новом пути!